Что является аналогом принт-райтера и принт-стрима для удобного зачитывания примитивных значений и строк из потока символов? Таких классов в стандартной библиотеке Java есть несколько. Первый из них, Java IO Stream Tokenizer, умеет разбирать поток на слова и числа. Простенький, не очень богатый по функциональности и не очень удобный в использовании класс. Второй, Java Util String Tokenizer, похож на Stream Tokenizer, но читает из строки и почему-то не поддерживает некоторые из возможностей Stream Tokenizer. Например, не умеет отдельно распознавать числа. Он тоже не очень удобен. Оба эти класса существуют с Java 1.0, а с тех пор представление об удобстве программиста и о том, как делать хорошие классы, заметно изменилось. Поэтому мы на них не будем подробно останавливаться, а рассмотрим сразу их современную, удобную и функционально богатую альтернативу. Это класс Java Util Scanner. Он создается, например, на основе ридера, хотя есть и другие конструкторы, и позволяет парсить в нем все примитивные типы и строки. У сканера есть некоторое количество настроек, влияющих на его работу. Например, можно указать шаблон разделителя, который будет использоваться для нарезания входного потока на токены. По умолчанию это пробельные символы, но можно задать что-то свое, например, как у нас вертикальные палки. И другой важный параметр – локаль. Локаль отвечает за региональные настройки и, в частности, влияет на то, как форматируются числа, например, с каким десятичным разделителем. В данном примере мы используем русскую локаль, и это позволяет нам распознавать числа, у которых в качестве десятичного разделителя используется запятая.